сколько же в нашей комнате игрушек! С чем бы мне поиграть? Может, с пупсиками? Ой, нет-нет, лучше с Шопкинсами. Или все-таки с лошадкой? А может, мне лучше порисовать? Я обожаю эти цветные карандаши. А вот и наш новый питомец из яйца. Может, мне лучше поиграть с ним? Ой, а это что такое лежит на полочке? Эту коробочку я вижу в первый раз. Ну-ка, посмотрим, что же это такое? Magic Wand. Странное название. Сейчас достану и узнаю, что это. Ух ты! Да это же настоящая волшебная палочка! Неужели их можно купить в магазине? А я и не знала. Нужно проверить, настоящая она или нет. Только что же мне загадать? Придумала! Крибли-крабли-бум! Хочу быть русалкой! Сара, Сара, ты где? Пора собираться на улицу. Мамочка, я тут. Посмотри на меня внимательно. Это я, Сара. Ой, Сара, ты тут? Как я тебя не заметила. Какая ты стала красивая. Переоделась в карнавальный костюм и накрасила губы маминой помадой, да? Нет, мама, я стала настоящей русалкой. Хватит меня разыгрывать, Сара. В твои шуточки я не поверю. Это правда, мама. Ой. Что такое, Сара? Сара, что случилось? Мне нужна вода. Много воды. Ой-ой-ой-ой-ой. Похоже, ты меня не обманываешь. Когда меня не было, что-то случилось, и ты превратилась в настоящую русалку. Пойдем быстрее со мной. Тебя срочно нужно положить в ванну с водой. Так, ложись, дорогая, аккуратно. Сейчас тебе станет получше. Наберем много воды, и ты искупаешься. Ну-ка. Ничего не понимаю. Где вода? Ну, лейся же, лейся. Саре очень нужна вода. Мамочка, я вспомнила. Сегодня в нашем доме должны были проводить ремонтные работы и отключить воду на целых 2 часа. Все верно, Сара. Представляешь, а я об этом совершенно забыла. Что же делать? Ладно, ты лежи здесь, а я побежала в магазин. Куплю для тебя воды в бутылках. Нет, не нужно, мама. Я больше не хочу быть русалкой. Принеси волшебную палочку и расколдуй меня. Волшебную палочку? Так это ты сама себя заколдовала? Ах, Сара, Сара, ну что же ты молчала? Крибли, крабли, бум! Ух, получилось! Ты опять стала обычной девочкой. Ты рада? И да, и нет. Я недостаточно побыла в роли русалки. Но ничего, в следующий раз, прежде чем превращаться, я тщательно подготовлюсь. Ребята, а вы любите превращаться в сказочных персонажей? Напишите мне об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками.